Наш проект. Так могут сказать все десногорцы, которые внесли вклад в формирование концепта атом-парка. Предлагали идеи, участвовали в обсуждениях, социологических исследованиях. В марте открыт практический этап преобразований. Уже проложены подземные коммуникации, залиты фундаменты, обретают очертания будущие объекты. 4 июня там побывала депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Окунева. Видно, что стараются и делают добросовестно этот объект строители, потому что они сами здесь тоже живут и тоже со своими семьями придут и смогут, ведя за руку сына или дочь, сказать: «Это делал я». Важно получить такой же качественный результат, каким он задумывался тогда, когда город обратился за участием в конкурсе. По словам Ольги Окуневой, благоустройство общественных пространств – очень важное направление в работе власти. И хорошо, что есть возможность привлекать финансирование на социально значимые проекты. Напомним, «Атом-парк» – победитель конкурса Минстроя РФ. На его преображение из федерального и областного бюджетов выделено 90 миллионов рублей. Еще 25 миллионов рублей – благотворительная помощь концерна «Росэнергоатом». Администрация Десногорска направила 38 миллионов рублей, полученные за второе место в конкурсе фонда АТР АЭС «Лучшая муниципальная». Муниципальное образование. В этом парке сейчас работают ЭЦМ Смоленск, Десногорск и Ситилайн Курск, выигравшие тендер. К концу лета они создадут многофункциональный комплекс, модульные павильоны, амфитеатр, игровую площадку, образовательный блок, арт-объекты. Появятся скамейки, освещение, видеонаблюдение, пост охраны. За ходом работ можно наблюдать онлайн на сайте администрации города.